пятеро, с одним количеством баллов, с одними, как говорится, данными, да, данными, спасибо. Вот одни данные, вот одинаковые вы, вот так вот случится, конечно, одинаковых не бывает, вы все разные. Но я имею в виду, что по сумме, вот все. Кажется, ну кого же брать, вот три места, ну кого же брать, ну кого же брать. Надо обязательно отличиться. Надо чем-то отличаться, а как ты хотел, конечно, надо бороться. Надо бороться. Хочешь поступить? Поступишь. Обязательно поступишь. Обязательно. Ну а сейчас давай споем. Давай что-нибудь споем. Что ты приготовила? Что ты будешь сейчас петь? Распеться. А, ну давай распоемся. Ты думаешь, мы сейчас с тобой... Мы распеваемся на уроке от 20 минут. И более. Ну это я знаю. И более можем распеваться. Понимаешь, несмотря на то, что 45 минут урок. Самое основное, мы работаем над постановкой голоса, для того, чтобы разогреть твой голосовой аппарат, для того, чтобы те трудные моменты, с которыми мы сталкиваемся в песне, проработать во время распевки. Потом идет уже работа над песней, студентка понимает, над чем ей работать дома, она получает задание и дальше идет работать уже дома. Понимаешь, да? Поэтому у нас сейчас-то не так много времени в плане распевки. Итак, давай сейчас с тобой... А, О, Э, И, У, И. В любом порядке, в каком ты хочешь. Даже если ты забыла ее, пой повторно. Ту же самую, может, два раза У, два раза О. Вспомнишь, споешь. Не думай сейчас о порядке. В каком порядке? На одном тоне просто. Я посмотрю, насколько, значит, ты, для чего это упражнение сейчас. И твой тембр голоса, и насколько чисто ты сможешь спеть, насколько хорошо ты владеешь дыханием, владеешь ли ты, ты на опоре ли ты поешь, да, поможешь ли ты себе в одну точку. Если не хватает дыхания тебе, вот представим себе, да, значит, ставишь точку и останавливаешься. Не насилуй себя и не делай так, чтобы тебе было дискомфортно. Потому что это просто вот все пропеть, да? И вот сейчас. Пока дыхание сколько есть. Вот сколько есть у тебя дыхания, столько и поем. Поем. Так выше, да? Не надо. Выше. На одном тоне. Поем? Хорошо? Дыхание. Нет, я не дыхание взяла, я паузу сделала просто. А не надо. Надо. А не надо. Вот и просто неудобно. Пусть будет три. Что неудобно тебе, скажи? И просто после... А ты так спела, да? Да. А ты через немножечко вперед подвинь, будет... Ну, это уже приемы, которыми мы будем потом заниматься, там, поступишь когда. Сейчас просто еще поем. Хорошо. Хорошо. Не поднимай голову. Свободно. Смотри, вот, вот куда-нибудь вот сюда, вот на Сибирь. Вот туда. Смотри, я перепутала. А зачем? Я тебе сказала. Вот этого быть не должно. Сразу тормоз, сразу все. Пусть будет и. Здесь важно, понимаешь, твое голосоведение, чистота твоего интонирования в одну точечку. То есть ты в одной опорке поешь. Мне очень хочется сейчас, помимо того, что мы распеваемся, мы даже больше не распеваемся, я на твои возможности смотрю еще. Понимаешь, на твои возможности. Умница. Последняя нотка уже лишняя была. Да. Лишняя была. А зачем? Она у тебя начала уже дрожать, потому что уже на последнем. Нет, не до последнего, просто чтобы ее подлить. Я помогаю. Коротко сбить. Я поняла. Нормально. Да. Поняла, да? Да? Вот смотри, никто, ни мама, ни педагог, никто другой в твое тело, конечно, со стороны это заметно, заметно,
но никто не прочувствует так, как ты сама. Mm-hmm. Поэтому только сама, сама останавливаешься и все. Mm-hmm. Поем. Умница. Нужен человек делать для того, чтобы звук этот появился. Что ты делаешь? Наверх. Ты посылаешь наверх, ближе сюда, на зубы. А что происходит с твоей артикуляцией? Ты же помогала сейчас себе. Даже на верхних более... Конечно, конечно. У тебя и губки, у тебя работали, и скулы у тебя работали. Очень хорошо. Ну, давай теперь споем. Советую, вы обязательно сделайте. Вот я почему ее вот сейчас внимательно слушала, модуляции не было, да, там, то есть она, в принципе, конечно, она там, эмоции разные у нее были, это все чувствовалось. Вы ее скомпонуйте таким образом, чтобы было начало, и потом, значит, вот какое-то, ну, где-то развитие, то есть, да, убирайте серединку, и она прям при, когда будешь сдавать, меня на приемных экзаменах может не быть, будут другие педагоги. Когда будешь сдавать, ты прямо скажи, у меня фонограмма не длинная, я прошу, чтобы я спела до конца. Скажи, я специально ее укоротила, чтобы тебя не остановили. Угу. Это важно. Почему? Потому что бывает, у кого мы не знаем материала. Что там, как? Может, модуляция, может, какая-то кульминация. Потому что я, допустим, со студентами никогда не пою песни так, как они звучат, исполняемые кем-то. Я их интерпретирую, всегда интерпретирую. Они вообще, здравствуйте, Александр Ильич, они вообще никак вот не похожи, даже близко. И если вы тоже что-то подобное сделаете, получится обидно, что ее остановят, а она из-за скромности своей не скажет, что товарищи, что ж вы меня не слушаете там дальше, у меня там хорошо что-то там, а ей захочется показать там голос свой. Поэтому вот это имейте в виду. Быстренько что-то споем, да? Да. Давайте, давайте, быстренько что-нибудь. Осыпает осень листья и дорогу украшает, рассыпает слезами и подметает, ветер красочные пятна тебя. Вершница, я в целом багровее вереница, и прощаюсь на льдях на тонких спицах, а вода словно тает на глазах.
обнимать тональность. Умеете? То есть здесь очень важно, здесь, представляете, даже полтона, а здесь можно смело на 2 тона поднимать. Вот мне так кажется. Она справилась с нижними нотками, она с ними справилась, но они бы были у тебя вертоннее, они бы были посочнее чуть-чуть поднять, да, тебе? Есть запас, поэтому воспользуйтесь, обязательно подберите такую тональность, чтобы она была для нее выигрышной, чтобы она показала все ее красоты, а не наоборот никак. Александр Валерьевич, можно вас попросить, знакомьтесь, это наша компаньонка, это у нас перспективная, потенциальная абитуриентка. Ну, как раз своими словами ты и сказал, тебя могут спросить и об этом. Вы знаете, он такой как-то вот и вроде серьезный, потому что сложен для исполнения. Очень сложен для исполнения. И в то же время игривый. И в то же время игривый. Игривый потому, что дается полная свобода. Попробуем сейчас с тобой поимпровизировать. Прямо вот, прямо здесь и сейчас. И ничего не бояться. Попробуем. Я тебе помогу. А мама умеет импровизировать? Да, я не знаю. Ну давайте, Александр Валерьевич нам сейчас сыграет, подыграет чуть-чуть. Просто. Конкретно на то, что тебе нравится. Никто не заставит тебя, потому что если человека заставит, ничего не получится из этого. Все происходит только по желанию. Итак, значит, вот аспекты вот эти вам понятны основные. По фонограммам поработать, по тональности обязательно, да? Скомпоновать их, сделать коротенькими, чтобы не было все это длинно. Обязательно приготовить для чтения что-то, читать, да, басню, какое-то лирическое, не надо ничего большого. Вплоть до того, что я вам советую, запишите или запомните, взять эпиграмму, выучить ее, можно даже не басню. А эпиграмму, они из 4, из 6, из 8 строчек есть. Но они такие замечательные, именно для подачи, вот для показа твоего, для артистизма. 4 строчки ты прочитаешь, и будет всем все понятно. Ты и времени не займешь много, и этим будет все сказано. Насколько ты владеешь словом, подачей, да? Артистизмом. Так что вот, добрый путь. Итак, с нами была, давай ты нам на камеру расскажешь, как твоя фамилия? Нафикова Виктория. Виктория Нафикова, она к нам приехала из? Бирюсинска, Тайшетского района, Иркутской области. Тайшетский район? Да. Тайшетский район, Иркутская область, Бирюсинск, это на восток. От Красноярска, значит, мы будем ждать тебя теперь в колледже в июне месяце. Консультации начнутся в конце, где-то числа 25-го, значит, заселяются в общежитие абитуриенты, числа 25-го. Начинаются консультации и где-то творческие испытания начинаются обычно с 1 июля. То есть график потом будет уже уточнен. Тебе успехов, мы тебя ждем, приезжай, и тебе спасибо, и тебе спасибо.